Специальный день для женщин выбран в марте. Цветы им дарят и желают бурно цвесть. Я ж без цветов всех женщин поздравляю с тем фактом, что они на свете есть. А той единственной, которая, наверное, живет, быть может, где-то на планете, я от души желаю верить Богу. И если нужно будет, Он нас встретит. А если нет, то значит будет рай. Но ты там только яблок не срывай.